Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Vivo YK35, и сейчас мы вместе с вами проведем первую настройку. Итак, для начала мы выбираем язык и регион. Нажимаем «Начать». Нажимаем «Далее». Выбираем местоположение, нажимаем «Далее». Здесь нам нужно поставить галочки рядом с различными условиями и соглашениями. И нажимаем «Далее». Тут мы можем подключиться к сети Wi-Fi, но если у вас нет, например, сейчас такой возможности, вы можете настроить телефон офлайн. Далее здесь мы нажимаем «Не копировать». Теперь мы можем войти в Google аккаунт. Для этого нам нужно ввести телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Принимаем. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Еще принять». Далее выбираем поисковую систему. Я выбираю Google. Здесь большой выбор, можно выбрать все что угодно. Нажимаем «Далее». Тут мы можем настроить разблокировку экрана. Я выбираю просто блокировку экрана. Можно еще также отпечатки пальцев и лицо. Ввожу пароль и подтверждаю пароль. Нажимаю «Далее». Нажимаю «Продолжить». Мы можем настроить ассистента, но если вы не хотите, то можете просто нажать «Пропустить», если хотите, то подтверждаю согласие. Можем также настроить Google Pay. Нажимаем «Нет, спасибо». Нажимаем «Далее». Выбираем способ навигации, я выбираю с помощью жестов. И нажимаем «Использовать». И таким образом мы подготовили телефон к использованию. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.